место, чтобы снять показания. А, вот. Да, Климов. Барометр, да, это верные показания. Так проходят практические занятия на уроке цифр. Ученики пробуют самостоятельно просчитать прогноз погоды, забивая различные параметры в приложении. Это не волшебная палочка. Нет такого человечка, который сидит в моем айпаде. Также они узнали, что такое искусственный интеллект и как он корректирует прогнозы, составленные на анализе больших объемов данных. Это задание игрушечное, сразу хочу сказать, но приближенное к действительности. Это задача прогноза на основе метеоданных прогноза погоды. Все мы знаем, все мы пользуемся такими сервисами, как GISMeteo, Яндекс.Погода и так далее. Для того, чтобы понимать, что эти циферки получаются не просто так, а за этим стоит сложная математика и информационные технологии, вот именно этим мы сегодня и занимались. Урок моделирования прогноза погоды разработала одна из ведущих IT-компаний. Приложение доступно не только для детей. Любой желающий может перейти по адресу урок цифры РФ и попробовать свои силы в прогнозировании. Лучше узнать, какая погода будет завтра. Так, дальше. Мне все понравилось. Было очень интересно узнать погоду, как делают прогнозы. Искусственный интеллект, что это такое, узнал. Очень информативно узнал о прогнозе погоды, зачем используется искусственный интеллект. Мне понравилось данное занятие, было очень много интересных фактов, которые в будущем, возможно, мне пригодятся, если я захочу идти, чтобы погоду изучать. Мне вообще нравится эта тема про IT, уже думал пойти в эту сферу. Сейчас такие уроки проходят во всех школах несколько раз в год на информатике. Кто-то проводит их самостоятельно, кто-то прибегает к помощи специалистов. Эксперты подчеркивают, что IT-компаниям стоит активнее взаимодействовать со школьниками. У нас миссия такая, мы рассказываем детям про то, что информационные технологии – это важно, полезно, интересно. Приглашаем к себе детей, чтобы они у нас учились, пробовали себя в роли программистов, VR-щиков, робототехников, потому что мы знаем, что требования, скажем так, вакансий айтишников очень много, и они с годами только будут увеличиваться. Следующая серия уроков пройдет в феврале. Она будет посвящена анализу в бизнесе и программной разработке. А вообще до конца года алтайские школьники смогут провести исследование мобильных угроз и изучить квантовые алгоритмы или, проще, программы для компьютеров будущего. Елена Кузовкина, Юлия Щепина, Дмитрий Денисов. День с толком.